Расскажу вам анекдот значит, Ну такой дурацкий С бородой Но тем не менее значит, Он есть И это предопределит наш следующий этап Мы с вами сейчас поговорим о том ну вот как бы как гнали масонов как не знаю как сидоровых косах лупили и лупят продолжают вот эти люди странные которые увлечены вот этим жидомасонским загором да ну вот анекдот такой значит идет приходит там человек на вот этот опрос под повязкой ну и ему говорит этот Вопрос из зала задается, значит, вы хотите вступить в масоны? Он говорит, да, я хочу вступить в масоны. Ну, как бы, почему, зачем говорит, Ну, хорошо, тогда вам надо будет пойти вот э, по этому адресу и, соответственно, убить там э, всю семью Ивановых и, соответственно, там вообще всех всех живых вплоть до кошек и собак. Спрашивает, подожди, ну а животину-то за что убивать? Ха, прекрасно считайте что вы приняты. Так что э, э, это вот как бы показывает опять наше отношение. но ну, а на самом деле я бы так сказал, что э, напомню свою мысль, я перед этим высказывал, что вся борьба между масонами и соответственно другими группировками э, идеологического толка идет конечно за деньги за влияние за власть и за деньги. Ну, мы это видим с вами совершенно очевидно, да, на примере иезуитов. Хотя, в общем-то, конечно, нельзя отрицать, что и остальные группы людей действуют из тех же соображений. Давайте вот я перечислю вам... Кто кого и когда запрещал? Ну, начнем сразу с России, потому что все четыре императора российских, да, они навсегда запретили и после этого к этой теме не возвращались. Это, соответственно, Екатерина II, Павел I, Александр I и Николай I. Они э, своими э, текстами запрещали масонов, то есть это не просто как бы негласно запрещали, просто своими текстами. Самый э, крутой, конечно, указ это был от 1822 года, я напомню. Александра Первого, где он буквально буллу такую издал. Ну а потом, например, Николай Первый сразу после декабрьского восстания в 1926 году, он подтвердил текстом, значит, он потребовал всех действующих масонов еще раз подтвердить, что они вышли из тайных организаций и после этого были там, довольно жестокие репрессии, если кого-то уличали в, в противном, они на протяжении одного поколения все масоны просто сошли на нет. И э, надо сказать, что и после этого, как я уже говорил, 180 лет там не было, э, ну, 170 ладно, пусть будет. И, соответственно, мы это обсудим чуть позже уже конкретно, на конкретных примерах. Э, то, что считается масонством в России, уже не было масонства. Значит, давайте поедем дальше. Где у нас еще всех запретили, да? Ну вот, например, это вот, конечно, э, тиранические режимы. Соответственно, это Бенито Муссолини. В 1925 году издал указ конкретный, запретил. Адольф Гитлер, понятное дело, в 1933 году. Значит, ну, если помните, Гитлер вообще... Он даже в своей книжке, этой Майнкамп, он на масонов там чистит, Просто для него это довольно серьезная такая была фигура, которую он просто мочит. И надо сказать, что даже по самым скромным оценкам около 200 тысяч масонов. Были уничтожены в концлагерях, расстреляны, повешены, все такое. Но в основном через лагеря, конечно, погибли. Это официальные цифры, то есть, которые вот имеют свое. Это масоны, это не евреи, друзья мои. Это просто немцы, которые были э, членами братских организаций, вольных каменщиков были. И, соответственно, знать не знали, что придет такая сволочь устатая, которая их покрашит. 200 тысяч человек, друзья мои, за что, спрашивается, то есть... Ну, во всяком случае, немцы, э, вот эти жидомасонствующие наши патриоты, они любят это всегда упоминать, но немцы-то точно э, как раз должны на их стороне быть. Они же типа арийцы, все такое, они же не евреи, поэтому за что их крошил это... Вот это усатое чудовище, значит, ну а испанские фашисты, ну это, конечно, все мы говорим о фашистах, да, то есть, а их было там большая часть Европы в то время, это Испания, да, ну вот диктатор Ривера, помните такого, в сентябре 28-го года, значит, издал свой первый указ антимасонский, всех, значит, всем выйти и начать репрессии, и вот за 10 лет у меня написано, все масоны испанские были убиты. Представляете, то есть. Ну, или изгнанные страны, конечно, это убит это сильно сказано. Но у них там читаешь, вот, знаете, от этого, тоже вот его однофамильцы, этого Артура Переса Де я читаю, ну, иногда люблю. Вот, и там у него это тоже есть. Там какие-то жуткие вообще подробности, то есть там. Э в топках поездов их сжигали, их там что-то разрывали танками. Стрелять это самое простое наказание, там это тебя помиловали, считай. А так, в общем-то, над ним почему-то страшно измывались. Но опять из той же истории, что бедным испанцам сделали масоны. Вот. В истории не зафиксировано случаев, чтобы в Испании масоны что-то нагадили. Они гадили в России русским, как мы знаем, да, то есть жидомасоны, вот это все там, попюс и прочее. Хотя Папиус, кстати, был не, не жидом, если, если уж на то пошло. А, значит, ну и дальше его, кстати, это реверовское дело, диктатора, В смысле, диктатор Франк продолжил. Значит, у него а, вообще смешно было. У Франка он мочил масонов, а, значит, их сажал. До 12 лет был срок на масонов. А для тех, у кого был градус выше 18-го, знаете, что было? не поверите, смертная казнь. То есть, в принципе, <laughs> было запрограммировано. То есть, он по градусам их делил. Вот. В Британии, Великобритании, значит, надо сказать, что в то время, когда вот еще шла войнушка между вот этими двумя ветками регуляров, у меня написано здесь, в 799 году был издан акт о противоправных обществах. И вот это было очень как бы чисто, как в, в России Александр I сделал, Значит, он сказал, всем выйти в 2022 году. И все обязаны были значит, еще с 2010 или с 2012 года в полицию докладывать, что они состоят в такой-то ложе, с такого-то года. Туда ходят такие-то, такие-то. Собираемся мы там-то и там-то. Это в России было после э, Отечественной войны 2012 -го года. Представляете? То есть, вот как бы уже начали контролировать, а через 10 лет запретили. И вот примерно та же история, оказывается, была в Англии. Представляете? То есть, вот там такая же история. Ты обязан был регистрироваться, открывать свои имена, там места встречи и так далее. Ну, про ислам, наверное, да, вам надо будет сказать. Это, как ни странно, султан Махмуд I сразу, причем после вот этого указа Климента XII о запрещении масонства, помните, ну, фактически единственный значит, вот этот Клементовский указ, потому что дальше были легче указы, ну, там, Лев XIII, раз, что тоже повторил, так, в более ослабленной форме, ну, вот, значит, Султан Махмуд тоже запретил, причем, как бы, во всем этом своем османском мире, вот, и этот вопрос, как бы, закрыт навсегда, то есть сейчас до сих пор нельзя быть масоном ни в каких арабских, официально арабских странах, ну, вот, разве что сейчас, по-моему, в Ливии, что ли, я уж не помню, там где-то в Ливии или в Ливане, в где-то там, по-моему, можно. Ну, так более, нет, не, не, не в Ливии, вряд ли, конечно. В Ливии сейчас там караул, в Ливане, в Ливане по можно. вот Ну, про евреев ортодоксальных я вам говорил, им тоже во всем мире нельзя. Вот, ну, и, соответственно, давайте так, я напомню, вам расскажу два момента еще коротких про вот эту драку, чтобы вы понимали, да. Ну, то есть, вот это вот идиотство про жидомасонов, все, оно вот просто вот, когда читаешь вот реальные тексты, реальные документы, ну просто смешно. Но есть еще даже юмористическая составляющая, потому что это, конечно, идеологическая война, в ней и горько, и смешно бывает, но вот есть такая фигура, все, многие ее знают. В детстве, например, я зачитывался занимательной Библией вот этого Лео Таксиля, по-моему, Лео Таксиль, если занимать, я не помню точно. Ну, неважно, важно. Вася Лучева вот таксиль, огромное количество э, книг, соответственно, где он в начале своей журналистской и писательской деятельности, это писатель второй половины э, 19 века, Лео Таксиль, такой француз, веселый такой, заводной парень, и вот он в начале своей писательской деятельности, он писал о э, том... Э, какой большой обман это религия, ну в том числе христианская в основном, он, конечно, христианскую в основном трогал, потому что тогда как таковой исламской религии она, ну как бы европейцев вообще не касалась, поэтому как бы все боролись с христианством, начиная с Вольтера и так далее, с эпохи просвещения и Значит, насытившись религиозными темами, Таксиль взялся за масонов. И вот он примерно конца, там, с половины 80-х годов, до половины 1990-х, 1890-х годов занимался масонами. Он создал целую историю, причем она была блестящая. Можете книжки почитать, они есть переводные, просто не оторветесь. Вот. И у него, значит, соответственно, главная книга – это вот «Дьявол 19 веке», где у него, соответственно, вот рассказано о жутких обрядах масонов. Вот что они себя целуют друг друга в промежность, сосут члены, лижут анусы, едят кал. Это все так просто между делом. Но, значит, сношаются просто как свиньи, обезьяны, звери. То есть извращение какое-то невероятно, В общем, короче говоря, вы поняли. То есть там все, все страшно. Значит, это все от лица некой такой мадам Ваган. Она как бы была вот в ордене вот этих паладинов или паладинистов. И она эта мадам Ваган вот, разочаровалась. Ее там насиловали, имели, и она там сама кого-то имела. Вот. И, соответственно, разочаровалась и вышла из ордена. Нам это все рассказывает, пишет Таксиль. Вот они книжку эту накропали. Она там, это вот Ваган и Таксиль, и там его друг, они, значит, даже выступали с концертами по стране. И, соответственно, как бы вот он ее представлял публике. Она, правда, никогда ничего не говорила. Это Ваган сидела типа в сторонке и э, как бы так это за занавесочкой типа стеснялась. То есть, ну, вы же понимаете, ее так использовали хвосты в гриву, поэтому она не может показать свое личико и все такое. На самом деле эта Ваган, она была его машинисткой просто элементарно. То есть просто тексты его это, фантазийные. Он диктовал и она печатала. Вот. И все недорого, то есть просто по-дешмански получилось. То есть один друг, один такси или одна э, значит, Диана Ваган, который он ее значит, и имел заодно. Во всех смыслах, то есть, и как работницу, и как любовницу. Ну и вот самый, короче говоря, прикол: это 1997 год, 1897 рубеж веков, все это надоело, пора, пришла вскрываться. И э, таксиль э, записался на выступление в Большое географическое общество в Париже. Значит, там стал выступать. Народу собралось просто тьма, то есть какой-то аншлаг был, потому что объявление, реклама была хорошая, думает, ну все, а он там, значит, я написал, я представляю э, госпожу Ваган публике, она решила рассекретиться, показать личико, все такое, и в общем народ собралось, церковники пришли важные, всякие архиепископы приехали из разных стран, люди даже, и он там заявил, я, говорит, ребят, вас обманул, все, что вот это написано, я все лично придумал. И никакой ваган, а ваган, вот это моя машинистка. что вы думаете? Никто не поверил сначала. Все ахнули, орали, крик, гвалт, драка какая-то. И до сих пор, кстати говоря, не верят. А почему? Потому что мы с вами видим, как это вот все на этих жидомасонствующих там Емельяновых, Нилусах все это работает. И всяких Олегах Платоновых с Юрием Воробьевскими. Вот такая история про Лео Таксили. То есть, ну мы видим с вами, что вот эта война, она принимает вот как юмористические формы иногда, но она от этого не перестает быть э, войной. И самое прикольное, конечно, в этом это то, что э, он говорит прямым текстом: "Я соврал, я придумал". Не, 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 подожди, не порти нам сказку, Алло, мы уже поверили в нее. Ну и вот у меня я как бы на закуску, да, то есть, значит, у меня есть сто раз уже, повторяю, хороший друг Андрей Степаненко. Мы с ним есть недавно совсем встречались а, и снимали с ним большую ленту. Я уже об этом, опять же, много раз говорил. Будет фильм а, на тему его версии а, как бы мира, а, там, о том, как мы начали и продолжили и будем лежать дальше. И вот у него, значит, там есть такой эпизод про Амаш. Ну, Амаш это как бы термин, да, который, в принципе, означает подчиненность, да, то есть вручение своей воли, воли вышестоящего властителя, да, то есть как бы ты, ну, в классика жанра, это мы видим в кино про каких-нибудь крестоносов, где скажем, ниже стоящий вассал вкладывает свои руки в ладони, обнимающие ладони сюзерена, да? Так вот, извините, я можно немножко водички хлебну? Вот, так, собственно говоря, Андрей, он как раз использовал этот момент очень хитро. То есть, ну, у него этот момент там обыгран как некий гомосексуальный акт, обязательно с каким-то извращением. И он это долго в кино, вы это увидите, распедаливает, значит, он нам приводит, в пример, обезьян, которые, значит, лежат друг другу в задний проход, всякие какие-то секты, которые деревянные фалосы сосут на, на церемониях. Ну, в общем, вот что-то в этом духе, да. Ну, и у него естественным образом, у него, значит, пример тамплиеров, потом он, собственно, переходит на тайное общества и современности, считает, что все эти ритуалы, они до сих пор сохраняются на высших инстанциях, ну и, соответственно, значит, приводит в книгу такой исследовательницы, сейчас я посмотрю, как она точно, да, Энн Гилмор Брисон. Значит, вот у нее есть у этой УН, у нее есть называется «Тамплиеры и садомия». Я, надо сказать, ее целиком не читал. Это даже не, не книга, это скорее такой многостраничный текст, скорее такой вот как бы интернет-типа, э, да, то есть когда э, просто на каком-то сайте определенного. Но у нее там я и не читал, потому что, честно говоря, времени мало, но я примерно представляю, о чем там говорится. Вот. Там огромное количество ссылок на ранние работы, всякие французские и. Э, батиканские источники все такое то есть она провела серьезную работу хотя она сама родом из австралии но сейчас мир сузился и поэтому можно из австралии получить достаточное количество информации так вот андрей как бы говорит о том что Безусловно, все храмовники и масоны это были педерасты, да, то есть и это как бы были ритуальные педерасты. Это их извиняет с его точки зрения, ну как бы а что сделать, если таково общество, такой орден и типа вот не продвинуться, не войти в него нельзя, кроме как не подставить задницу под э, такую спелую кукурузу досточтимого мастера. Ну, я так внимательно изучил, кстати говоря, вот эти вот ссылки. Текст целиком читать бессмысленно. Почему? Вот у этой М. Брисон, да, то есть она... Потому что, ну, там кучу каких-то примеров эти. Ну, это неинтересно все читать. Почему? Ну, например, протокол допроса, там, храмовника, тамплиера, там, скажем, такого-то, такого-то. И вот там такая длинная такая шайба, где написано «Я там...» подошел, он меня наклонил, я не смог как бы сопротивляться и он вогнал в меня свой нефритовый стержень и это все вот подробно храмовники вернее эти инквизиция очень любила все эти подробные описания, ну вы наверное помните как протоколы допросов Жанны Дарк например, да вот это примерно та же история поэтому ну как бы я целиком наверное, не читал, но я зато могу вам процитировать ее конец, вот здесь коротенько, несколько строк, которые полностью опровергают вывод Андрея Степаненко, к сожалению, который, в общем-то, пошел на поводу у традиции и обозвал несчастных храмовников и масонов пидрами и всякими садомитами. Значит, вот цитата. «Хотя мы никогда не сможем узнать правду, пишет Энн Гилмор Брессон, о сексуальном поведении тамплиеров. Можно признать, что сексуальные отношения в ордене всегда считались серьезным грехом, который сурово преследовался. Случаи эти встречались и в других религиозных орденах, возможно, тамплиеров даже реже. Проведя более 20 лет за изучением этого материала, мы остаемся при мнении. Ну, мы, это группа, товарищей, имеется в виду, в главе Сэм, что в Ордене Тамплиеров изредка происходили гомосексуальные контакты как и во всех других религиозных институтах. Можно подумать, мы не знаем, что такие вещи творятся даже сейчас. Хотя это невозможно, конечно, так представить, но говорят, что такое бывает. Мое мнение, и оно подтверждено тысячами изученных страниц судебных показаний, что большая часть информации, как личной, так и общественной, погребена под рутиной и крайне неправдоподобными ответами, данными под угрозами или пытками. Ну понятно, друзья, там Филипп, которого там славит один из наших э, патриотов, э, красивый, который э, э, ограбил и утащил и разгромил тамплиеров. Я не помню, как его зовут. Но он, помните, сегодня у нас уже на эту тему спрашивал. Так вот, как бы понятно, после того, как их разгромили, инквизиция начала их допрашивать, понятно, что чего хочешь признаешь, что ты садомишь, что ты там сосешь и лижешь. Вот такой мой ответ и Андрею Степаненко, и одновременно вам, мои дорогие слушатели. Почему? Потому что как бы все вот то, что я сейчас сказал, это, конечно, безусловно, под пытками и неправда и навет просто борьба за власть, ресурсы и влияние. Друзья мои, я на этом заканчиваю. Я напомню, что э, мы повадились в последнее время делить э, наш большой эфир. Вот сейчас в данном случае 4,5 часа, по-моему, уже сейчас сколько там. Да, 4,27. То есть мы его поделим на смысловые блоки, и они будут называться, там, соответственно, той теме, которая внутри блока обсуждается. Поэтому вы можете к этой теме в течение недели мы выложим и вернуться, посмотреть что-то, уточнить, задать вопросы под этими блоками. Ну а так, в принципе, ставьте лайки каналу «Тайным нет». И, в общем-то, у вас есть возможность финансового, как бы, участие в нашем проекте и э, есть ссылка внизу в аннотации, вы там можете сделать перевод какой считаете посильным и последнее, ну как напомню, что те кто э, зайдет в аннотации под роликами увидит там есть адрес электронной почты адрес сайта, где можно разместить свои э, слова вопросы, идеи по поводу масонства и специалисты, не такие, как я, а намного более качественные, грамотные, ответят вам и, э, возможно, будут какие-то практические шаги и с вашей, и с их стороны. Благодарю вас, друзья, за э, этот эфир и э, немножко стесняюсь, извините меня, что я там как бы в носу у меня защипало, когда я вспомнил о том, как я э, Провожал солнце на закате на берегу океана. Надеюсь, что это когда-то еще будет. И вам тоже того желаю. Пока.